Так. Это вот у нас будет новая версия, значит, самозапишущая батарея. Что мы тут видим? Инвертор. Так. Инвертор. Батарейка. Выпрямитель. Мотор. Дальше. Генератор. Это щетки мотора, это катушки. Генератор. Щетки, генератор, катушки. Значит, батарейка возбуждения вот этого катушки. Выход со щеток питания. Сгенерированная. Вот она идет сюда. На эту батарейку. При включении такой системы батарейка не разряжается, а потихоньку заряжается. Опыты пока провел, как говорится, небольшие, но в дальнейшем, думаю, планирую на небольшую мощность, так как нет хорошей батарейки. В дальнейшем планирую это побольше. Сейчас пока подается всего 16 вольт на мотор. Так как ограничена старая батарейка, вот эта вот у меня. Вот, ограничено это все. А когда это все будет... Вот такая схемка, то есть самозаряжающая батарейка на базе мотор-генератор моей схемы СТР-2. То есть пока нет у меня, как говорится, батареи, вот эта вот старая батарейка, вот это на возбуждение, тут мне всего 7-8 вольт дает, поэтому заряжается сейчас потихонечку, а так будет заряжаться очень хорошо. То есть при включении включаешь, а система заряжает батарейку сама себя. То есть интересная схема получается. Только надо вот еще вот эту батарейку на самозапитку хорошую. Ну и эту поновее, это тоже дерьмо. Ну так, то есть сейчас показывает самозарядку, но не очень быструю. А если увеличить напряжение, это в дальнейшем, когда будет батарейка, то возможно будет самозарядка гораздо быстрее. Вот такая схема.